привет, с вами Саша Джиггернаут, и вот прошло 2 недели с момента анонса моего конкурса, и пора бы уже подвести итоги. В чем заключался сам конкурс? Вам надо было снять 2-минутное видео о том, где вы рассказываете о каких-то своих похождениях в танках онлайн. История может быть любая, как вы получали звание, как вы там регистрировались в танках, или как вы познакомились со своей любовью. Ну а для тех людей, кто стеснялся записывать себя на камеру, был альтернативный вариант. Таким танкистам надо было написать небольшой художественный текст, тоже мне на почту. Да, ребята, я за эти 2 недели получил очень много работ, но половина из них, они просто невнятны, и люди, наверное, просто захотели похалтурить. В общем, ладно, не будем о плохом, все достойные работы получат свои поощрительные призы, а пока встречайте победителей. Всем привет, с вами NoGBetter18, это мое видео для конкурса Александра Джиггернаут. Моя танковая история посвящена тому, как я вставал в 8 утра, это где-то через 2 часа после рестарта, и создал битву на 999 убийств. Первые часы, как реально становится опасно. Мне приходилось одевать вооружение против него и спускать немалое количество народу. Второй танкист, который получил призовое место. Всем привет, это видео для конкурса «Моя танковая история». Поехали. Первый раз я пытался записать летсплей, и, короче, у меня не работал микрофон. Ну да ладно, я записал летсплей, и микрофона реально не было. Когда я пытался записать второй раз, у меня выключили свет. Вот просто, я не знаю, какая сила это делала, но оно реально так было. Пытался я записать третий раз, меня 3 раза выкинуло из битвы, и была крит-ошибка. И, наконец-таки, 3-я лучшая работа, и это видео. И всем привет, с вами Даня, и это моя танковая история. Я начал играть в 5 лет, первый мой аккаунт был Даня01, и я играл с папой. Я начал играть потом еще заново в другом аккаунте Дарьи Баланса, у них был Дабин. Ну а остальные более внятные и адекватные работы получат по 5000 кристаллов на свой аккаунт. А вот те, кто халтурил, не участвуйте больше так. Ну а с вами был Саша Джиггернаут. Если вам понравились подобные конкурсы, ставьте лайки, распространяйте друзьям, ведь может им тоже будет что рассказать. Ну а будет ли второй подобный конкурс, будет зависеть именно от вас. Я жду вашей активности.